Время наш академик Углов ровно в 11 мы начинаем. Для открытия памятника хочу пригласить сюда председателя Государственного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Серафимовича Макарова, вице-губернатора Санкт-Петербурга Ольгу Александровну Казанскую, Сергея Федоровича Топненко, ректора Первого медицинского института. Друзья, родные и близкие Федора Григорьевича, великому нашему соотечественнику, не просто великому хирургу, доктору, народному целителю, человеку, который писал золотыми буквами в истории медицины и в истории нашей России великие достижения, великую доброту, мудрость человеческую и великие свои деяния. И глубоко убежден, что здесь, рядом с нашим знаменитым первым медом, Сергей Федорович, это будет напоминанием нынешним вашим студентам, каким должен быть врач, как он должен исполнять свой долг. Поздравляю с этим великим событием и искреннюю благодарность всем тем, кто причастен к нему. Спасибо вам. Когда знакомишься с биографией Федора Григорьевича, даже не верится, что даже несмотря на такую долгую жизнь, такое невероятное количество событий в нее вместилось. Если представить, это человек, который столкнулся с тремя эпохами, родившись еще до революции, прожив большую часть во времена Советского Союза и застав уже новую Россию, посмотрите, он нашел себя везде.
Европы, сотни тысяч, наверное, виртуозно проведенных операций, десятки научных монографий, сотни написанных научных статей, сотни учеников, огромное количество последователей. Невероятный художественный дар, потому что мы все знаем его как блестящего писателя и публициста. Огромная общественная работа, вообще невероятная жажда жизни. Это все Федор Григорьевич. Но здесь присутствуют люди, которые его очень хорошо знали, с ним общались, смотрели и наблюдали за его научной, медицинской и общественной деятельностью. Это здорово. Поэтому, дорогие друзья, поздравляю всех нас, в первую очередь, конечно, родственников, с этим знаменательным событием. И этот памятник, без всякого сомнения, украшение города, украшение этого медицинского пятачка. Потому что, если мы посмотрим на эмблему первого медицинского института, на который смотрит Федор Григорьевич, мы вспомним, что врачевание – это высочайшее из искусств, данное нам Богом. И жизнь Федора Григорьевича Углова, без всякого сомнения, самое лучшее подтверждение этой мысли. Праздник у нас есть. Его спрашивали, в чем причина долголетия? Федор Григорьевич отвечал, надо видеть красоту и делать добро. Два главных принципа для русского человека. Когда-то очень давно, в начале 80-х, мне попалась роман-газета с известным произведением Федора Григорьевича «Из плена иллюзий». Он был еще блестящим публицистом. Как и царская Россия, так и Советский Союз, и современная Россия живем в условиях алкоголизации населения. Это страшное зло, которое уничтожает не только отдельную личность, но и целые семьи, и даже государство. И самым активным противником алкоголизации русского человека выступал Федор Григорьевич Углов. Я рад тому, что появился замечательный памятник. Поздравляю всех нас с его открытием и желаю трезвой и здоровой, долгой и счастливой жизни. Спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемые руководители города, уважаемые родственники, дорогие врачи и сотрудники первого места. Я думаю, что сегодня праздник традиции первого места. Понимаете? Потому что, конечно, Федор Григорьевич – это одна из легенд Первого медицинского университета, на которой воспитаны многие-многие поколения наших выпускников, врачей, если хотите, преподавателей, профессоров, потому что Федор Григорьевич всей своей жизнью, вот каждым днем своего существования, всем демонстрировал, как может достичь и как должен жить современный врач, учитель, педагог, профессор, гражданин. Действительно, мало того, что Федор Григорьевич блистательный хирург, он основатель торакальной хирургии и кардиохирургии в нашем университете. В следующем году мы будем праздновать 50-летие пульмонологии в стране как специальности, которая была введена благодаря тому, что Федор Григорьевич добился, чтобы у нас был построен институт пульмонологии и являлся его основателем и первым директором. Федор Григорьевич воспитал очень большое количество учеников, и сегодня клиника Федора Григорьевича Углова по-прежнему живет, по-прежнему оперируются самые сложные больные, по многим направлениям эта клиника является ведущей и в России, и в Европе. А параллельно, конечно, нужно сказать, что одна из важнейших составляющих и одна из главных проблем – это этика, это воспитание врача в духе служения больному, а не в духе чисто технократическом, а еще, не дай бог, коммерческом. Так вот, этот памятник такой красивый, такой в нужном месте поставленный, каждый день, каждую минуту будет напоминать нашим будущим врачам, как нужно вести себя. Потому что помимо тех трудов чисто специальных, его книга «Сердце хирурга», вы знаете, по своему влиянию на будущих врачей, ничуть не меньше, чем трилогия Юрия Германа. Поэтому я от всей души поздравляю
наш университет, всех жителей города Петербурга с тем, что такие замечательные дела происходят в нашем городе. Спасибо. Ну вот те мысли, которые сегодня звучат, я обращаюсь к каждому из вас. Ну, в первую очередь, конечно, к Русской Православной Церкви, к ректору Пюро-Медицинского университета. Это хороший пример для России. Понимаете, это хороший как бы знак для подготовки целого следующего поколения врачей, которые будут приходить. Это икона. На самом деле, это великий человек, великий врач, великий гуманист. И посмотрите, какие слова нам оставил российским врачам. Его трогательное отношение к своим помощникам, своей старшей операционной сестре, сестрам, коллегам, было просто удивительно. И мы гордились тем, что учимся в институте, работаем в институте вместе с таким человеком. Для нас, кто учился в Пюро-Медицинском при Федоре Григорьевиче, он был и является учителем с большой буквы, потому что мы учились у него не только хирургии, хотя хирургом я не стал, но мы учились просто отношению к больному. Правильно было сказано, независимо от того, какой это человек, высокий пост занимает или это простой рабочий человек. До сих пор на кафедре анатомии, когда студент слышит первые в своей жизни лекции в университете, мы показываем учебный фильм о выполнении Федором Григорьевичем операции на сердце. У меня лично очень небольшое было общение с Федором Григорьевичем, но мне в жизни повезло. Ему было уже больше 100 лет, и приехала команда из центрального телевидения снимать видеофильм о нем. И случайно он оказался в операционной, на него одели стерильную одежду. У него был сильный тремор, и я не мог его представить в таком состоянии за хирургическим столом. Но увидев больного в состоянии наркоза в операционном столе, он жестко сказал, что он будет выполнять операцию. Он подошел к операционному столу, и тремор полностью прошел. Он блестящими движениями, уверенными, отработанными многолетней практикой, в течение 3-4 минут выполнил основные движения, и нам осталось просто удалить эту опухоль, вынув ее из раны. Это была блестящая техника, я, наверное, никогда больше такого в жизни не увижу. У нас тогда в клинике не было слова «пациент», никогда это не употреблялось. Тогда всегда был больной человек. И интересы больного человека были на первом плане. И это Федор Григорьевич внушил нам, несмотря на те коллизии, которые наша страна испытала с тех времен, весь наш коллектив остался верен его заветам, и как бы нас жизнь не ломала, внутри мы оставались и продолжали его дело. Да, не все мы можем, но мы стремимся. И мы очень благодарны, что сегодня, вот благодаря действию фонда, правительства и всего, этот памятник открыт. Но имена людей и образы людей, которые сделали много и для Бога, и для человека, эти образы сохраняются в истории человечества. И сегодня мы, вот подобно образу иконе, освещаем этот памятник, который должен стать напоминанием об этом, можно сказать, святом человеке. Благословляется и освящается памятник сей, окроплением воды сия священная, благодатью Святаго Духа, во имя Отца и Сына и Святаго Духа.